Вот, закончил очередную партию якутских ножей. Долго на улице снимать не буду, потому что минус 17 градусов, так что руки немножко подхватывают. Вот, это с рябиной якутский нож. Сталь U10 для правой руки. Он идет без номера. Как и говорилось раньше, по спецзаказу тоже. С больстером из дюралюминия D16T. Карельская береза, клинок из U10. Вот. Такой вот клиночек. Ширина у него 11 мм. Толщина 2,5 и длина 130 мм. Нож 10.04. Сталь U10. Карелка. Вот, все как положено. Так, 10.14. Нож, значит, заказной. Номерной сталь 95Х18. Карелка. Правый. И клиночек, нож, номер 10.15. Вот, длина где-то порядка 135 мм, ширина 25, толщина у основания 4,5, ну и сходится, соответственно, где-то 2,5. Ручка-горелка. Вот, пока еще вроде свободен, то есть не определено. Ну вот, как-то так.